Еще пару лет назад на этом месте был пустырь. Теперь тут новая общественная территория. Сквер «Юность» богат всем. Необычные игровые элементы для детей, амфитеатр, комната матери и ребенка, лавочки в виде гамаков и даже лекторий. Территория выбрана совершенно правильно. Рядом находится у нас школа, рядом находится садик. И также находятся дома, где живут жители, которые пользуются этой территорией. И здесь видно, что деньги тратятся не зря. Деньги тратятся именно для жителей, жителей города Кусиноозерска. Сквер очень хорошо построен, после школы можно отдохнуть, посидеть, качели классные. Время провести с друзьями. Благоустройство современного сквера стало возможным благодаря победе Гусинозерска во всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость всех работ – 70 миллионов рублей. Эдуард Жамсаранов, программа «Вместе», Мир Байкал.